Всем привет, меня зовут Виктор Богданов. Сегодня я покажу работу в стойке, переводы из стойки в партер при помощи таких приемов, как армдраг, Russian tie. Многие знают как бы эти приемы, многими пользуются. Но я покажу свои как бы фишки, свои моменты. Это подойдет тем, кто работает в основном ноу-ги, выступает на соревнованиях по BJJ ноу-ги, сабмишн рестлингу, ММА и тому подобному. Следующая техника тоже называется перевод при помощи русского галстука в партер, но уже с продолжением болевого приема на эту же руку, которую мы захватываем при Russian tie. Это вам поможет заработать сразу же 2 балла за перевод в партер, показать красивый бросок, высокоамплитудный, а также завершить техническое действие и сделать болевой прием уже в партере. Вот мы берем мы уже находимся, захватили руку на русский галстук, завязали. Голова у нас упирается в ухо соперника. Теперь наша задача убирать нашу вот эту опорную ногу и стремиться к его дальней ноге уже головой. Размахиваем этой ногой, держим захват. Не отпускаем захват, перешагиваем обязательно голову, вот у нас рука здесь осталась. Обратите внимание, да, вот если вы забрали руку, ее нужно очень правильно завязать, чтобы человек не мог, соперник не мог освободиться. Заводим ее сюда, заводим руку под руку и очень плотно тянем на себя. Очень плотно. У него возникает болевой эффект. Головой упираемся ему в ухо. И получается, мы его руку на себя, головой в него. И дополнительное воздействие на эту часть у нас получается. Отсюда вряд ли человек сможет ее освободить. Попробуем. Во-первых, больно. Во-вторых, я полностью могу его контролировать и таскать, как мне угодно. Важно. Тянусь сюда, подставляю сюда. Голова ему упирается в ухо. Вот взяли, освободились. Приставным шагом зашли. Ногу за него поставили. Завязали руку. Головой уперлись в ухо сопернику. После этого убираем свою опору и прогибаемся и крутимся, стараемся головой попасть именно вот лицом вот к его ноге. Не бросаем захват. Раз, два. Сели на гол. Вот рука вот здесь осталась. И продолжаем аккуратно доделывать прием. Вот. Обратите внимание, вот мы приходим в это положение. Я, как у меня был захват, так он и остается. Вот я здесь вот прихватываю руку еще сильнее вот уже этой рукой. Поджимаем ему спину, накатываемся на него, чтобы в темпе догнать его обязательно. В броске может он просто отлететь от вас. Чтобы не потерять именно вот этот захват. Перешагнуть голову, чтобы исключить возможность его вращаться. И вот, как держал, второй рукой себе помогли. Подтянули аккуратно сопернику, чтобы не повредить. Спасибо. We'll be right back.
добиться продолжения.